Всем привет! Это наш новый вид из окна, и совсем скоро мы уже будем переезжать. Главный ремонтник нам позвонил и сказал, что он уже почти заканчивает, и мы с Лерой пришли посмотреть, как выглядит сейчас квартира. Покажу, как это поделили, и не хватает еще дверей, не хватает кондиционеров, но это уже все заказано, и в ближайшие дни будут это делать. Ну что ж, пойдемте. Итак, заходим в квартиру, и что мы видим? Сразу есть проход налево, тут будет стоять дверь, и вход прямо, тут тоже будет стоять дверь. То есть получается, что тут вот есть, будет такой вот тамбурчик, который разделяет нас и свекровь. Вначале покажу, что остается нам, потом покажу, что сделали для свекрови. Ну, салон, разумеется, как был, так и остается. Он из-за того, что тамбур сделали, чуть-чуть уменьшился в размере, но не критически. Мы открыли кладовку. Сейчас сделаю побольше. Вот мы открыли кладовку, тут будет дверь. Здесь делаем игровую для Лерки. Да, конечно, она такая без окон, но с дверью, если надо будет. Но мне кажется, это значительно лучше, чем то, что у нее было сейчас, когда все игрушки были разбросаны по салону. Салон остается, тут ничего не делали. Тут увеличиваю, поменяли на кухне плитку. Сами шкафы пока не трогали. И больше тут фактически ничего не менялось, только добавилась еще здесь плитка. Так, дальше балкон. На балкон чуть позже. Здесь, получается, идет часть, вот комната такая родительская, где мы будем, скорее всего, с Леркой. И тут еще есть туалет. Душа тут не делали, только туалет и место для стиральной машины. И зеркало, и раковина. Здесь получилась такая ниша под гардероб. Сделаем гардеробную, плохо видно, но вот такой вот кубик, где сделаем полочки. Не знаю, как его показать, но в общем он достаточно большой. Все белое, оно сливается, ничего не понятно. Но не хочу ни в какой другой пока цвет красить стены, пусть будут белые. Мы привыкли к белым стенам. Муж очень хотел, чтобы была ванная. И небольшая ванная тут таки, да, поместилась, так что будет ванная. Ну, еще поставим стекло, скорее всего, потому что, ну, чтоб не брызгалось, когда душ принимаешь. Туалет, раковина, зеркало. Ну, в общем, туда какой-то шкафчик однозначно в угол засунем. Такой полочки какие-то для полотенец и прочей ерунды. И еще одна комната получается вот тут, немножко в стороне. Комната мужа. Она получилась немножко корявой, потому что не идеально разделить, как хочешь, за счет того санузла, что пришлось добавить. Поэтому, видите, стекло, окно слишком близко к стене. Но ничего. Вот это наша часть. Идем в часть свекрови. То есть вот тут тоже будет дверь. И получается, что мы ей сделали здесь отдельную кухоньку, чтобы была на всякий случай. Она не готовит, но, по крайней мере, чтобы продукты было где положить, там холодильник. Дальше здесь будет санузел, он уже почти готов, то есть туалет, стиральная машина, раковина. Это все есть. Душевая, душевую сейчас закажем, поставим тоже ей сюда. И две комнаты. Одна спальня у нее будет. Вот фактически уже сюда перевезли ее шкаф любимый. И кровать тут уже есть. Надо только матрас. И на стенку повесим ей сюда телевизор. Поставим какую-то курсу. Ну, такое кресло мягенькое. Журнальный столик. И будет тут она и спать, и жить, и кушать. Еще одна комната останется, такой тоже тут шкаф. Еще один поставим.
Тут вот куча вещей сейчас. Ее полочки книжные тоже поставим. Наверное, кровать поставим на случай, если будут приезжать гости, и надо где-то положить спать. Вот, это получается ее две полноценных таких комнаты, кухонька и душевая, то есть все такое автономное. Закрыли дверь, и у свекрови своя часть, у нас своя часть. Понятно, что свекровь будет выходить на балкон дышать свежим воздухом. Вот, казалось бы, ничего такого не делали, но вот эти все перестройки, снос стен, они взяли много денег и однозначно не улучшили квартиру, но что сделаешь, в нашем случае по-другому никак нельзя было это решить. Нашли такой выход, сделали, я думаю, что будет хорошо. И свекровь будет под боком, и мы, и нормально. Да, Лерушка, как ты думаешь? Теперь надо будет он как-то мамыть. Я думаю про кошку, ту, которая там сейчас еду. Лера думает про кошку. А, кстати, да, я же пришла косяки поискать. Сашка меня отправил, говорит, посмотри, потому что он уже заканчивает, что где, может, что там... где коряво сделано, надо проверить. Я пока ничего такого не нашла, но сейчас еще раз пройдусь. Кондиционеры будут здесь, мультиинверторы. Решили, что надо нам так. Это получается дороже, но, по крайней мере, надежнее, посчитали мы так. Для нас и подходит больше. Вот, все, эти двери пойдут на вынос, должны привезти новые двери. Тоже будут цвет шаменет, такой сливочный, сметанковый. Да, Валерия? Понятно, что можно было там какие-то другие цвета повыпендриваться, но я не люблю коричневые, ни черные, ни коричневые, поэтому будут светлые, все равно оно все такое свежее, покрашенное, чистое, приятное. Понятно, что эта плитка немножко смущает, как она будет себя вести вообще, потому что это блестящее, это глянцевое, но менять еще всю плитку по дому не очень хотелось, если честно. Так что пока будет так, а дальше будет видно. Может, мы когда-то тут какой-то паркет положим. Ну, это когда-то. А сейчас нам надо уже переехать, потому что там у нас тоже договор аренды заканчивается. Хозяйка уже нашла туда квартирантов. Очень быстро, еще за месяц до нашего окончания договора. И вот так вот все интересненько. Так что все, пойдем. Вам показала, что вы поняли, не поняли. Но я думаю, общая картина понятна. Больше всего я кайфую от балкона. Он большой, накрытый. Надо тут будет поставить какой-то такой, чтобы и посидеть, и полежать. И столик. Надо будет посмотреть в магазинах, подумать, со временем купим. А вид из окна был обалденный, конечно. Не знаю, как вечером, вечером ни разу не была, но все эти долины там впереди, они светятся. Будет красиво. Ну что ж, буду заканчивать это видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.